Всем здравствуйте. Вот обещала видео снять, как грунтовые воды влияют на развитие фисташки. Здесь идет нормальное местечко, тут как бы нету этих вод. Они развиваются довольно-таки хорошо. Ну, тут по всему так вот, если пройтись периметру, это привитые фисташки. Так, опа, здесь идет UCB1. Тоже 2 метра, наверное, имеет пушиндрик. И если даже вот так вот сейчас по UCB1 смотрим, какой этот здоровый вымахал. И вот дальше идем уже, где идут грунтовые воды. Даже UCB это не нравится. Уже вот отличие все меньше и меньше. Этот вообще малюсенький. Так же самое по фисташкам. Вернусь сейчас. Идут здесь вот в хорошем местечке посажены. Они развиваются вообще хорошо. Все им нравится, все им классно. Вот. Даже вот такой этот был тут неудачно. Или не этот был удачно. Так, ладно. Этот еще ничего так. И переходим так вот, где грунтовые воды. Та-дамс. И уже развитие такое, блин, я бы сказала, заторможенное. Они намного меньше. Вот так же самое. То есть им не нравится, когда вот такой залив, можно сказать, под землей. Им больше нравится, когда по суше. Все-таки они к этому устойчивее, и им это больше подходит. Но по сортам я расскажу чуть позже, когда они проснутся как следует. Будет видно хорошо деревца, а не только бурьянчик. Так что такие пироги, ребята.